Мы закончили вашу чистку. Харальд, как вы себя чувствуете? Безмятежно. Замечательно. У нас остались ваши 10 вопросов к куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Харальда. Да, мужчина. Снимается маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора или учителя Харальда. Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Ах, Харальд. Представлюсь, конечно. Я друг Харальда. Мое имя Игрик. Игрик. Приветствуем вас, уважаемый Игрик. Меня зовут Игрик. Самое главное, это предпоследняя буква «э». Она несет определенные вибрации. Последняя буква «к». «К». «Игрек». «Игрек». Благодарю. Я прошу прощения, я акустически не расслышал. Иногда «Игрек». Это важно. Безусловно, это важно, потому что на этом чистоте резонирует ваша душа. Совершенно верно. Я знаю, уважаемый. И несет знания для своего друга. Абсолютно верно. Итак, 10 вопросов, уважаемый Игрек. Будете ли вы так любезны ответить на них? Я с удовольствием отвечу на все интересующиеся вопросы. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа? Как вы видите, душа не очень хочет показывать себя, а улыбается изнутри. Ангельская душа. Приветствуем представителя ангельского мира. И мы приветствуем представителей ангельского мира. Благодарю вас. Перехожу к следующему вопросу. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего я? 12 уровень высшего я. А ангельский? 10. Благодарю вас, уважаемый Игрек. Перехожу к третьему вопросу. Какие мои родные энергии и как ими управлять? Это ангельские энергии. Они чистого белого цвета. Иногда с свечением, иногда без. Это те энергии, которых состоит твоя душа и твой дух. Как им управлять, визуализировать, представлять внутри себя, расширять, уплотнять, пропускать по чакрам и чувствовать эти вибрации. Но для этого должно быть желание и намерение. Вы закончили? Да. Я благодарю вас, уважаемый Игрек. Идем дальше. Четвертый вопрос. Какой главный опыт моя душа решила приобрести в этой жизни? В этой жизни твоя душа решила отдохнуть и насладиться дарами. Такими как семья, друзья, дом и житейские проблемы, не входя в какие-то государственные дела, общественные, на уровне больших комьюнити или ответственности за новые производства, которые дают сбой несущие. Вернее, ведущие к смерти людей. Я это говорю, потому что в прошлой жизни Харальд строил корабли в Голландии. Какой это год был? И у него была большая ответственность. Случались непредвиденные случаи, где гибли люди, падая с палубы, с верфей на палубы и также в море. Им были произведены разработки как инженером, также он был вовлечен в строительство и продвижение кораблестроения innovation. Это был научный подход, как вы любите говорить, на сегодняшний день. Mm-hmm. Много знаний и энергии было отдано продвижению кораблестроения. Да и эпоха была такая, когда только корабли играли огромную роль. Он был наверняка играл какую-то ответственную роль в этой системе. Он был ученым, инженером и
контролировал постройку кораблей. Сейчас скажу правильно, болел душой за это. Понял. Вот это нам говорит о чем-то. Болел душой, это человек занимался, это был смысл его жизни. Именно так. Поэтому на сегодняшний день он принимает участие и наслаждается семье, друзьях и житейских проблемах, улучшая жилище и личное пространство. Но все это можно делать точно так же без демона. С другими сущностями в биополе, тогда наслаждение будет действительно истинным. Я благодарю вас, уважаемый Грег. Никто не застрахован. Ой, не говорите. Мы сами здесь все поражены этой болезнью. Так что, но мы понимаем причины. Идем дальше. Пятый вопрос. Какая главная причина звука, высоких вибраций в моих ушах и как исцелиться? Мы убрали там одну конструкцию Греев с рептилоидами. Их забрала межгалактическая полиция сегодня. Как мы поняли, это была эта конструкция. Или вы добавите что-то? 47 лет стоял. Да, ты сказал причину. Как исцелиться, наполняйся ангельскими энергиями. И сделай запрос на уменьшение громкости. Иногда это срабатывает. Вы хотите сейчас сказать, он получал ангельские энергии? Этот писк был, да? Мне знакома эта проблематика, я знаю. Я не хотел это сказать. Я сказал, что ты уже озвучил причину. Это был ответ на первый вопрос. Звук давала конструкция. Да. И я ответил на вторую часть вопроса. Все как понял. Как исцелиться и как этого избежать? Я добавлю пожалуйста. Твоему и моему ответу. Так как конструкция стояла много лет, привычка слышать. И фантомный звук все равно останется. Именно поэтому я говорю, что нужно заполниться ангельскими энергиями и перебить эту привычку. И также сделать короткий запрос на уменьшение звука. Как я уже сказал, это может помочь. Зависеть это будет от желания и намерения. Благодарю вас. Визуализации. И визуализации, безусловно. Благодарю вас. Отлично. То есть я подведу итог для того, чтобы он правильно понял на нашем языке. Конструкция убралась, но остались еще фантомные эти боли, которые еще будут возникать. И когда они будут возникать, ему нужно осознанно направлять туда из своего стержня ангельскую энергию, вытесняя все эти чувства и одновременно попросить уменьшить громкость передачи сигнала. Или частота. Если будут повторяться, нужно сделать короткий запрос. Это не одновременно, это как решение проблемы, но его не обязательно делать одновременно. Сперва нужно поработать и заполниться ангельскими энергиями, постаравшись перебить фантомы, оставшиеся и привычки от звука. Если это не поможет, тогда нужно сделать короткий запрос на уменьшение звука. Это может сработать. Благодарю вас. Можем продолжать? Можем. Шестой вопрос. Сколько кармических узлов я проработал и сколько еще осталось? 3 проработал, 2 осталось. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Вы начали уже говорить насчет Голландии. Кем я был в прошлой инкарнации на Земле и какой опыт я набрал? Может, вы еще скажете, когда это было, в каком году? Опыт великой ответственности и усталости души, разочарование того, что детище и боль души, пронесенная во время постройки, энергия вложенная, то, что ты создавал, не было увидено и оценено по достоинству. Лавры получали другие. Осталась усталость и алкоголь. Да, мы сегодня с этим сталкивались. Демон нам рассказывал за 5 лет. Хорошо. А в каком году это было, если можно узнать? Проходила эта жизнь, инкарнация на Земле в Голландии. Подожди, я поправлю. Энергии, да. Вложенные в это детище, опустошили в конце концов. Поэтому пришел алкоголь. Душа хотела убежать. И забыть все пережитое, так как оно не принесло счастья.
а принесло лишь разочарование и потерю энергии. Хотя объект и корабль был создан и продолжен другими инженерами в усовершенствовании. Но лавры достались не ему за эти изобретения. Нет. И за эту работу. Но это опыт разочарования. А в каком году это было? Можно еще это для него? Ему будет интересно, когда он жил в Голландии. 1480 год. Я благодарю вас, уважаемый Игрек. Мы закончили? Можем дальше идти? Да, пожалуйста. Следующий вопрос. Восьмой вопрос. Какие мои таланты или дары, которые мне помогут развиваться? Твои таланты и дары – это доброта, забота, а еще у тебя есть одна особенность. Ты умеешь переждать и не торопиться. Это предотвращает тебя от многих ошибок. Это замечательная черта. Она не у всех есть. Да, многие торопятся. И тем самым совершают ошибки. Здесь, конечно, эту паузу выдержать – это искусство. Я благодарю вас, уважаемый Грег. Мы закончили с ним, с этим вопросом. Можем продолжать закончили. Дальше. Хорошо, благодарю вас. Девятый вопрос. Как лучше всего я могу заботиться и защищать свою семью? Какой прекрасный вопрос. А главное, он подтверждает все мои ответы. Все находится внутри тебя. Это самое главное. Иметь терпение, быть наблюдателем, прощать мелочи любимым и быть сильным духом, разрешая людям рядом с тобой быть слабыми. Это принесет тебе любовь, твое понимание и забота будет оценена. Замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемый Грег. Остались заключительные слова, вернее, десятый вопрос. На что мне надо обратить внимание для дальнейшего развития? Какие ваши советы? На самом деле у меня много советов, как закачиваться энергиями, как активировать свой стержень, как связываться со мной. Но, как я вижу, на данном этапе это не главное и не важное для тебя. Важное для тебя – это сила внутри тебя. И если ты ее чувствуешь, и твое намерение проснется в развитии и укреплении энергии, ты можешь спокойно связаться со мной и продолжить эту тему и это развитие. На сегодняшний же день без намерения и желания, которые стоят на первом месте, не произойдет большого продвижения в области развития осознанности. Вся твоя задача сейчас и желание – это раствориться в твоей семейной жизни, от которой ты получаешь наслаждение. Как я уже сказал, если ты захочешь развивать себя, дорога будет открыта, но должно быть выявлено намерение и желание. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемый Грег, за этот замечательный сессию, за встречу, за ваши ответы, за помощь, которую вы оказали своему подопечному. У нас есть еще остался один нюанс. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. В ангельском мире должны ее знать. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. И позвольте, уважаемый Грег, передать вам этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за вашу помощь и просто на добрые воспоминания. Какой замечательный подарок. Благодарим Моя вас. Душа сияет от счастья, радости и благодарности вам. Я благодарю вас. Я вижу, что это взаимно. Безусловно. Очень приятно находиться здесь. Благодарю вас за этот прием. Благодарим и мы вас. Мы не прощаемся. Мы говорим до скорых встреч. Возможно, еще когда-нибудь увидимся. Может, он захочет задать вопросы высшему «я». Тогда мы это всегда... будет его. Его выбор, конечно. Выбор и решение. Благодарю вас. Благодарю и мы вас. Всего наилучшего. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Он сказал «до новых встреч». До новых встреч. Готово. Гарольд, мы закончили встречу с вашим куратором.
Поздравляю вас, ангельская душа. Все теперь с крыльями находятся в комнате. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую. Внутренние знания просыпаются. Я всегда это знал. Это несет мне какое-то успокоение. Именно та гармония, о которой шла речь, это спокойствие внутреннее. А знания, они всегда такой принцип. Вот это ваши родные энергии. Мы хотим от себя посоветовать. Выдавливайте из себя негатив. Сбрасывайте его каждый день, не накапливайте и заправляйтесь энергиями, поднимайте вибрации до того уровня, который мы указали вам в этом сеансе. И вы будете себя каждый день делать это утром, вы будете себя отлично чувствовать, и никто к вам не подойдет из сущности. Благодарю за этот совет и направление. Отлично. Все остальное уже вам сказал куратор. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Харальда в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Thank you.